Количество бюллетеней в КАИБе – лучшее доказательство, что явка на 301 участке высокая. Обновленная Конституция наделила Госдуму России крайне значимыми полномочиями утверждать кандидатуру председателя правительства, его заместителей, федеральных министров и не только. Нина Барахоева уверена, что кандидаты в первую очередь должны оправдать доверие и надежды граждан, а самое главное – держать свое слово. Сегодня очень важно прийти на эти выборы, проголосовать, отдать свой голос, проявить свою гражданскую позицию, показать политическую зрелость нашего общества. И, естественно, нужно отдать голос за того кандидата, депутата, который реально будет представлять интересы нашего народа как в Государственной Думе, так и в парламенте нашей республики. Наше общество стало более консолидированным, ближе к этим выборам, да и в социально-экономической сфере жизни нашего общества тоже намечаются определенные изменения и заметны определенные изменения. Я как избиратель надеюсь на то, что те депутаты, за которых я проголосовала, если они пройдут, те кандидаты, естественно, что они будут понимать всю степень ответственности, которая сегодня всем нашим мужским народом возлагается на этих людей. И будут отстаивать интересы нашего народа. За голосование вообще, приходить на голосование, это, я считаю, семейным праздником. Так как все-таки мы идем на выбор, и ощущение, что ты можешь выбрать того или иного кандидата, и ждешь какие-то изменения, и надежды какие-то, изменения к лучшему. Выбор сделали осознанно, и, как говорится, хотелось бы, наш выбор все-таки оправдал наши надежды. Желаю всем нашим жителям республики и всем гражданам Российской Федерации, чтобы нынешние выборы в этом году, которые проходят, все-таки дали импульс новому развитию. Малах наха диктор деда в республике дикич ора ходовуч беся царь бог да хобе ан мортон сон сюда же представители жвей наха голгашти кирнах мы бишь голы мы бишь царь еще догола за же еще республик представлять тиги еще бог да хобе. Организаторы отмечают, что в этом году по сравнению с предыдущими много желающих проголосовать на дому. Много и тех граждан, которые соблюдают по приезду в республику режим самоизоляции. Явка у нас хорошая, у нас 1875 избирателей, из них прикомандированных 270 человек. Явка хорошая, вот на 9 часов сегодня у нас 62% уже проголосовало. Когда вот определенное количество жителей, вот у нас, допустим, к участку прикреплено 1875 человек, если бы мы в один день принимали даже большую часть вот этих вот людей, конечно, было бы сложно. А тут, когда люди приходят по этапу, намного легче обслуживать, люди не должны стоять в очереди, ну и, естественно, соблюдаются санитарные условия. За два дня на участке проголосовало много прикомандированных сотрудников, которые тоже заранее написали заявление. На участке ведется видеонаблюдение, соблюдают меры эпидемиологической защиты. Многие граждане приходят голосовать вместе с семьями. В ходе голосования у избирателей возникают самые разные вопросы. К примеру, многие интересуются, почему в этом году 3 бюллетеня. Или при заполнении бланка лучше ставить крестик или галочку. На эти другие вопросы отвечают члены избирательной комиссии, волонтеры и операторы, которые работают эти 3 дня на всех 137 избирательных участках в республике. Оживленные на 618-м, граждане приходят голосовать с самого утра. Каждый точно знает, за кого отдаст свой голос и что ждет от избранников. Желаю всем и всех депутатам всех уровней, чтобы они достойными были своего народа и своей республики. Вы свой выбор сделали? Я свой выбор сделал. Считаю, что те люди, которые в этих партиях, в этих группах, что они достойно будут нести честь нашего народа и оправдают себя. Хаким Шхоржи, депутат Живали, Шиш Хорвали, царь
мен годит дарвин накуагвар, сона что дикчер сатуши ждях кадык. Аз я ис выбор я ис вен ис хат эвер жо жо камел сани хотлуш ходлуш вен накуагвар вен визгвар мерка пять бабарви. Вот сюда каждый сапас. Первым согласовать день, хайр сюда каждый дихлинвы, хотя мы волчать сап. Кандидат, что дичь богахает? Вен дикдер хочешь дикхетсу, вен дикдер хочешь дикхетсу, вен ахту хочешь. Масса хам вен дик хочешь дикхетсу. На 613 участке выборы проходят в праздничной атмосфере. Здесь голосуют представители других национальностей, которые проживают в нашей республике. Рахматулла Бабаев участвует во всех важных политических событиях страны и республики. Ингушетия для него давно стала вторым домом. Для нас не различен судьба Ингушетии и наша судьба. Вот. И сегодня я пришел голосовать. 25 лет я в этой Ингушетии живу. И для меня тоже неразличен Ингушетия. Каждый раз я ходила, голосовала. И сегодня пришла голосовать. Я тоже всем хочу, чтобы сделали правильный выбор. Конечно, мы должны переживать, думать о будущем нашей... Это уже считаю нашей республикой, потому что здесь мы живем 37 лет. Для меня это очень важно, чтобы сделали правильный выбор. Они понимают, какая политика в адрес развития межнационального мира в республике. Они понимают, сколько наград из рук правительства и руководства республики они получали. Сколько помощи в различных вопросах оказывало и Министерство национальной политики. Вплоть до ритуальных услуг мы никогда не обижали этих людей. Ни в каких вопросах, в рамках закона. И поэтому сегодня они, естественно, адекватно, положительно, эмоционально, по-доброму, по-российски сегодня с нами. Трехдневный марафон голосования завершается сегодня в 21:00 по московскому времени, когда закроют участки в Калининграде. Ну а впереди большая работа, предстоит посчитать голоса, и уже совсем скоро мы узнаем, кто будет представлять Ингушетию в Государственной Думе России и каким будет новый состав парламента республики. Рина Цичоева, Магомед Шаухалов, Новости 24.